Всем привет, дорогие друзья! С вами Татьяна Кузьмина и проект Faberlic Reality. Я недавно вернулась с бизнес-форума компании Faberlic, где компания подвела некие итоги о последних событиях, которые произошли в компании, и поделилась новостями, которые нас еще ждут, которые будут в компании Faberlic, и поделилась теми программами и акциями, которые она приготовила для консультантов компании Faberlic. Я сейчас сделаю вставочку в это видео, смотрите информацию из первых уст от руководства компании. Узнать новости компании и бизнес-стратегию компании. Об этом нам расскажет исполнительный директор Алла Аникова. Алла, здравствуйте. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, дорогие зрители. Алла, ровно год назад у Faberlic появился слоган «Вдохновляешь на лучшее». Изменился, кстати, еще и визуальный стиль, насколько я понимаю. Вот скажите мне, пожалуйста, вы довольны и нашло ли это отклик у потребителей и консультантов? Да, конечно, мы очень довольны. Помогать людям становиться лучше, вдохновлять их на лучшее своим примером. Это вот та миссия, которую мы для себя сформулировали. И это то, что нам близко, это придает смысл нашей работе. И то, что вдохновляет нас как компанию самих развиваться, двигаться вперед и с каждым днем становиться лучше. И на самом деле здорово, что эта идея, она нашла отклик у консультантов, у лидеров, и она вообще близка и понятна людям во всем мире. Кстати, в мире мы используем наш слоган «Be your best». Ох! А «Вдохновляешь на лучшее» — это тот, вот, мне кажется, идеальный перевод на русский, который нам удалось найти. И вот совсем недавно мы проводили исследование в России, чтобы понять, действительно ли мы движемся в правильном направлении, и как вообще воспринимается этот слоган вот спустя год. И что интересно, что те потребители, в принципе, то есть даже те, которые не используют Faberlic, вообще все женщины, которые покупают продукцию в онлайн-магазинах или по каталогу, мы спрашивали, что для них важно, и они сказали, что помимо вот таких рациональных, понятных всем характеристик, как соотношение цена-качество, доступные цены, широкий ассортимент, очень важно, что компания идет в ногу со временем и вдохновляет их на позитивные перемены. То есть мы вот услышали именно вот эти слова, и, конечно, нам очень приятно, что мы движемся в правильном направлении, и что очень важно, что для 41% наших потребителей, которые покупают Faberlic, для них очень важно, что Faberlic вдохновляет их на позитивные перемены в жизни. Ну, 41% довольно высокая цифра, за это отдельное спасибо, но смотрите, где миссия, там обычно идут и ценности, так ведь? Ну, конечно, да, это классика, и поэтому мы выделили для себя три ключевых ценности – развитие, сотрудничество и красота. Но это вот не для того, чтобы формально что-то выделить по классике маркетинга, а именно это то, что нам действительно близко. Потому что вот я думаю, что постоянное развитие, движение вперед – это вообще суть Faberlic, и главное наше качество никогда не останавливается на достигнутом. Сотрудничество – это, конечно, основа MLM-бизнеса. Без сотрудничества здесь никак. Но и это очень, опять же, в духе Faberlic – не соперничать с другом, а именно объединяться, сотрудничать, объединяться для общего дела. Ну и, конечно, мы любим, чтобы мы сами и все, что нас окружает, все, что мы делаем, было красивым. Поэтому третья ценность – красота. И поэтому наша бизнес-стратегия так или иначе связана с этими тремя понятиями. Интересно, и хотелось бы вот здесь на самом деле остановиться, чтобы вы рассказали подробнее. При слове «развитие» мне в первую очередь приходит в голову именно международное развитие. Так ли это? Ну да, конечно, в первую очередь это так, потому что Faberlic – это международный бренд, и наш активный рост продаж в странах в последние несколько лет это только подтверждает. Но, безусловно, сенсация этого года – это, конечно, открытие продаж в США. Ух ты! Да, ровно неделю назад, 4 октября, мы начали продажи в США. И на самом деле вообще потрясающие результаты, которые превзошли наши самые смелые ожидания. Потому что до начала продаж у нас зарегистрировалось более 4000 консультантов и потребителей, а продажи в первый день продаж превысили $90 000. Фантастическая какая-то цифра, да. И на самом деле мы даже уже знаем наши хиты, которые оказались особенно востребованы в Соединенных Штатах. Это крем-блер серии Beauty Lab, который любят и многие покупатели в других странах, и наш инновационный кислородный уход за кожей Global Oxygen. На самом деле, в
Только 4 октября мы стартовали в США, а уже 1 ноября стартуют продажи в Турции. Ох! Да. Это называется не останавливаться, не останавливаться ни на секунду. Да, да, да. Да. Так, и у нас уже да, 8 тысяч регистраций, там еще цифра растет, то есть еще до 1 ноября есть время, и мы думаем, что там тоже будет отличный старт. Угу. И, конечно, мы активно развиваем страны Европы. Мы проводили ряд онлайн-форумов летом для консультантов и лидеров этих стран. Португалия, Германия, Франция, Испания. Поэтому развитие Европы – это абсолютно тоже наш приоритет. Ну, а в ближайших планах у нас выход на рынок Мексики. Это действительно грандиозные планы, вот по-настоящему грандиозные. Я вот еще хочу о чем спросить, ведь в каждой стране есть какие-то свои особенности. Как вам удается все учесть? Ну, вообще особенностей очень много. Это и особенности законодательства, и сертификации продукции, и, конечно, совсем другой, разный стиль жизни, разные культурные коды. Поэтому, если вы увидите каталог США, вы, наверное, его не узнаете. Он другой, да? Да, настолько он отличается от каталога, который у нас в России, в СНГ. И что важно не только консультантам в США, но и нашим покупателям в Европе, чего они ждут. Вот к концу года начнет появляться упаковка полностью на английском языке. Это действительно важно. Да, это важно для международной компании. Это сложно, но это заставляет нас меняться тоже, расти, двигаться вперед и делает нас поистине международной компанией, поднимает нас еще на другой уровень. Но, конечно, очень важно, что это международное развитие, оно открывает огромные возможности для бизнеса наших консультантов и лидеров. Прекрасно. Так, переходим к второй ценности компании – сотрудничество как основа MLM-модель. Верно? Да, конечно. Как я говорила, без сотрудничества MLM невозможен. И это значит, что мы активно вовлекаем наших лидеров в развитие компании, совместно придумываем новые программы, новые проекты. Ну, вот, например, к нам приходит много новичков, и мы обсуждаем с лидерами, как их поддержать и как помочь им начать свое движение по лестнице успеха Faberlic и двигаться там вперед. И вот так появилась новая программа Faberlic New Level, новый уровень Faberlic, о котором мы сегодня расскажем. Так что, дорогие зрители, не переключайтесь, следите за эфиром, это будет супер новость. А что касается сотрудничества Faberlic с другими организациями? Быть может, с какими-то известными людьми? Может быть, есть какие-то интересные проекты, о которых можно сказать уже сейчас? Вы знаете, как вот международная компания, мы сейчас думаем о международных селебрити. То есть будут международные звезды? Да, будут международные звезды, но об этом мы вам расскажем уже в начале следующего года. А пока мы, конечно, не можем оставаться в стороне от социальных тем, потому что социальная вообще повестка, да, это то, что очень важно в мире. И одна из таких тем – это поддержка экологии, это одно из приоритетных для нас направлений. Вот помимо наших собственных проектов, о которых все хорошо знают, это как посадка деревьев, это сбор пластика, другие экологические проекты, мы в сентябре этого года с удовольствием приняли участие в масштабном форуме экологического благополучия Forbes. Ух ты! Где выступили эксклюзивным бьюти-спонсором. Звучит на самом деле как-то, ну, во-первых, круто, давайте так скажем, потому что Forbes – это действительно очень-очень круто. Да, Forbes – это круто, и поэтому, конечно, участие в таких крупных международных масштабных проектах – это поднимает Faberlic на совершенно более, другой уровень. На другой уровень, конечно, да. Конечно. Вот, например, другой пример – это важная другая тема – это социальная поддержка женщин, вообще роль женщины в мире. Не секрет, да, что сейчас достаточно сложная в мире обстановка. И вот, например, проводится 3-й Евразийский женский форум, он стартует завтра в Санкт-Петербурге. И там даже есть такая тема – вот роль женщины в мире, как женщина может буквально спасти мир. И что интересно, на этом мероприятии в качестве спикера выступит Екатерина Беспятых, пиар-директор Faberlic и по совместительству эксперт по тайм-менеджменту для женщин. Мы Екатерине будем желать отличного выступления. Да. Мы проведем интересные мастер-классы для участниц форума, покажем макияж, бестселлеры, ну, стандартная повестка. Но вот это и выступление нашего спикера, мне кажется, это очень тоже значимо и интересно. Ну, вообще, мне кажется, что тайм-менеджмент, наверное, в этом секрет Faberlic. Вот чтобы все успевать и открывать новые страны, и выпускать новые продукты и так далее, и так далее. Ну, вообще скажу, что
с трудом мы уже успеваем, да, потому что в ритме нашей современной жизни и в том ритме, в котором живет Фаберлик, успеть все уже становится очень сложно, поэтому я прошу Екатерину тоже проводить уже для нас свои мастер-классы, тренинги, да? Да, да, чтобы мы не остались как сапожник без сапог. Вы знаете, да, потому что мы успеваем не только продукты выпускать, но мы еще успеваем даже премии новые получать. Я помню, недавно в мае мы рассказывали нашим зрителям, какие у нас были премии, а все прошло несколько месяцев, мы получили еще ряд авторитетных наград, так что нам есть здесь чем гордиться. Например, наш социальный проект «Стоп сахар», он получил звание лучшего соцпроекта года по здоровому питанию. И вообще в области здорового питания у нас тоже есть несколько наград. Это наши вкусные и полезные продукты «Нечаев Family Club», коктейли «Веган», «Скульпта». Они получили сразу несколько наград в этой сфере здорового питания. Что касается экологии, то престижная премия в этой области, в области экологии и ресурсосбережения «Eco Best Award», она досталась нашей любимой косметике для дома «Faberlic Home». Браво. И также мы получили несколько престижных наград от известных журналов, таких как «Гламур» и «Космополитен». «Гламур» получила парфюмерная вода «Мур-мур». Это наша весенняя новинка с таким игривым кошачьим названием. Да. И ночная маска для лица «Dream Therapy». Это тоже очень крутая серия. Светлана, если вы не пробовали, то я обязательно попробую, да, поверьте. Потому что тема заботы о сне, и здоровый сон, и та красота, которую нам дарит сон, это сейчас, опять же, в современных условиях очень актуально. Очень актуально, конечно. Да. А серия средств при макияже Do The Best получила награду Cosmopolitan Beauty Awards. И в связи с этим у меня есть приятный сюрприз для наших зрителей. Так. Дорогие зрители, если вы еще не пробовали средства при макияже Do The Best, или наоборот, у вас есть любимые средства в этой серии, то сегодня отличный повод это сделать. Потому что только сегодня, до конца дня, для всех зрителей нашего форума действует специальный промокод Faberlic 2021. Оформляйте заказы, активируйте промокод Faberlic 2021 в корзине, или если вы работаете на старом сайте, то это будет в личном кабинете, и получайте скидку 70% на любой продукт Do The Best. Это вот действительно не просто приятный сюрприз, это фантастическая какая-то история, 70%, это так. Прилично. А если еще учесть, что впереди Новый год, и, наверное, ваших покупателей ждет много сюрпризов и подарков в каталогах Faberlic? Да, у нас в этом году отличное предновогоднее предложение, столько новинок, очень интересных подарочных наборов, новых продуктов, и все это с трудом помещается уже в каталог. Поэтому наш 17-й новогодний каталог имеет рекордное количество страниц – 372. 372 страницы? Да, такого толстого каталога у нас не было. Об этих новинках вы узнаете на нашем продуктовом форуме через 2 недели, 26 октября. А я лишь хочу обратить ваше внимание на одну очень важную для нас новинку. Так. В 16-м каталоге стартует линия «Аромио». Это совершенно новая для нас категория ароматерапии. Вообще, это направление очень современно, и оно востребовано в мире, потому что есть даже в США несколько MLM-компаний, которые только этой ароматерапией только и живут. Да? Да, только этими занимаются. Это вообще потрясающая серия, потому что она абсолютно экологична, в ней содержатся натуральные эфирные масла, в ней волшебные ароматы, очень красивая упаковка, широкий ассортимент, и при всем этом эти волшебные запахи, они влияют на наше настроение и на наше здоровье. Из чего состоит серия? Что входит? В серии несколько продуктов, то есть это ароматы в разной форме. Это диффузоры с палочками для помещений, это свечи, которые могут создать особую атмосферу в доме. Это аромамасла, которые можно использовать как сами по себе, так добавлять в косметику, также добавлять в аромадиффузор, который выделяет аромамасла при нагревании. Также есть роллы, которые можно взять с собой, и такой быстрый, легкий способ использовать аромамасла. И спреи, которые тоже можно наносить как на тело, так и в помещении. По-моему, это потрясающая серия и отличный подарок для Нового года.
Охотно верим, охотно верим. Я могу добавить, что новые, интересные, красивые продукты – это сильная сторона Faberlic. Во многом, я думаю, благодаря вашим специалистам и, может быть, увлеченным людям, с которыми вот на самом деле приятно общаться на наших онлайн-форумах, вот эта история продолжает жить. Вот действительно большое спасибо. Да, у нас отличные команды бренд-менеджеров, они настоящие профессионалы своего дела. Поэтому еще раз скажу, что, дорогие зрители, не пропустите наш продуктовый форум 26 октября. Но сегодня я хотела тоже несколько слов сказать про наше производство, потому что без современного производства, конечно, мы не могли бы выпускать продукты такого уровня и такого качества. Угу. Но современное производство – это не только самое современное передовое оборудование, которое отвечает всем международным стандартам качества, но это и новый, современный, красивый дизайн. Поэтому в этом году мы сделали масштабный ремонт на нашем производстве, полностью обновили дизайн в производственных помещениях и в офисе, и получился потрясающий результат. Это, конечно, надо видеть, поэтому на экране вы сейчас увидите фотографии. Это абсолютно футуристическое предприятие нового века, и это, конечно, напрямую связано с нашими инновационными разработками, инновационные разработки и инновационный дизайн. И создавая дизайн, мы ориентировались на лучшие интерьеры мировых производственных компаний, и там все продумано от освещения, цветового решения, каких-то элементов декора. Там есть даже музей истории Faberlic. Ничего себе! Да, все, чтобы вдохновлять наших сотрудников и наших гостей на лучшие и на позитивные перемены. Честно могу признаться, вот кадры с производства выглядят впечатляюще. Это действительно впечатляет. Сразу захотелось побывать там, потрогать как-то, может быть, своими руками, прикоснуться. И вспоминается сразу ваша третья ценность. Вот ты смотришь на кадры, и третья ценность всплывает сама собой. Звучит она как красота. Да, конечно, мы работаем в индустрии красоты, и поэтому мы любим, чтобы все было красиво. И красота тела, красота души, красота мира вокруг нас – это все очень важно. И особенно важно это то, что мы делаем эту красоту доступной для миллионов женщин во всем мире. Алла, на этой прекрасной, даже больше скажу, красивой ноте я бы хотела вас поблагодарить за ваше выступление. Спасибо. Но не могу не спросить вас о вашем принте на футболке. Что он обозначает? Да, Светлана, спасибо, что обратили внимание. Это не случайно на мне такая футболка. Это футболка с дополненной реальностью. Ничего себе. Да, то есть если навести камеру смартфона на этот рисунок, на QR-код, то мир вокруг в буквальном смысле преображается. Мы вдохновляем на красоту, на любовь, на нежность, на творчество, на свободу. То есть здесь появляются совершенно потрясающие рисунки из дополненной реальности. И в буквальном смысле мы выходим за рамки тех ограничений, которые вот сейчас нас окружают в мире. То есть этот QR-код, он рассыпается, и мир становится ярким и красивым. И таким образом мы вдохновляем людей. Я думаю, это отличный повод поделиться такими футболками и картинками из дополненной реальности в Инстаграме, чтобы еще больше людей ощутили эту красоту. Алла, большое спасибо. Напрашивается один очень важный вывод. Faberlic во всех смыслах выходит за рамки обыденности. Ну что, как вам информация «Лайк»? Знаете, меня очень впечатляет и очень радует то, что делает компания Faberlic в плане развития бизнеса. И, конечно же, я в очередной раз убедилась, что нахожусь в нужном месте, в нужное время и в нужной компании. Поэтому, если вы еще не с нами, присоединяйтесь. Активная ссылочка есть под данным видео для регистрации в компании Faberlic и для того, чтобы попасть в нашу команду Faberlic Reality.
И, конечно же, это не единственное видео, а более подробно о программах, акциях и промоушен тех новинок продуктовых, которые у нас появятся в ближайшем будущем, я обязательно публикую еще видео, поэтому, если вы еще не подписаны на мой канал, подпишитесь, обязательно нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить какие-то важные видео. Я говорю вам на этом всем пока, до новых встреч. С вами на связи была Татьяна Кузьмина. Увидимся в новых моих видео.